Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2014 года в белом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощностью 143 лошадиные силы. АКПП, передний привод. Имеется спойлер, камера заднего вида. Литые диски, хорошая зимняя резина, установлены ветровики. Имеются повторители в зеркалах. Пробег 79 тысяч километров. Автомобиль без пробега по РФ. По салону красивый темный ухоженный салон, комбинированный, ткань, кожа, три ряда сидений, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт, эко-режимы, мультируль, имеются подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 113, 104, 111, 102, 105, 120, 110, 106, 114, 88, 114.